чаще, тем больше мы именно слово таких ярких... Слово «курва» я услышал бесчетное количество раз в момент обсуждения того человека, который придумал это название. Итак, бой начинается, судьи стараются разбежаться подальше от центра столкновения двух команд. И мы видим, что снова бойцы предпочитают держаться около ристалища, пытаются не разгоняться, не разбегаться как можно дальше. Хотелось бы понять, мой любимый боец из этой команды на ристалище или нет? Пока что не вижу. Кшиштоф Ольчик его зовут. Его жена будет завтра сражаться, не имея возможности в дальнейшем продолжать бои. Вот, они пели национальный гимн, и вся Италия, которая присутствовала в тот момент, все зрители их очень сильно поддерживают. Итак, второй раунд, бескомпромиссно идут в бой поляки. Один из них теряет перчатку, садится сам, это очень честно. И пока что 4 в 2, очень быстро поляки расправляются с испанцами. Непонятно, почему испанцы могли так хорошо стоять в первом своем бою с израильтянами, затем начали так быстро и глупо проигрывать. Итак, 3-0, команда КС Рыцарс одерживает победу по итогам двух сходов 2.